На телеканале НТС «Рубит» прогноз погоды. Меня зовут Анастасия. Здравствуйте. Настоящая осенняя погода придет на Урал на следующей неделе. Дожди зачастят, будет пасмурно и ветрено. Температура воздуха упадет еще на 5 градусов. Однако завтра в Ирбите еще будет теплом, будет светить солнце, воздух днем прогреется до плюс 21 градуса, ночью плюс 11. Южный ветер со скоростью до 13 метров в секунду. В субботу небо начнет затягивать облаками, пройдут небольшие дожди и лишь изредка будет выглядывать солнце. Днем плюс 17, ночью плюс 9 градусов. Ветер юго-западный со скоростью до 12 метров в секунду. В воскресенье переменная облачность, осадков не ожидается. Днем плюс 17, ночью плюс 9 градусов. Северо-западный ветер со скоростью до 8 метров в секунду. О погоде у меня все. Прощаюсь с вами и желаю всем отличного дня. До свидания.